Приветствую на своем канале Инспектор Гаджетов, и сегодня мы познакомимся с очередным продуктом от фирмы Орика. На этот раз это будет два в одном. Во-первых, это сетевой адаптер, сетевая карта и USB хаб, то есть два в одном. Данная штука, на мой взгляд, очень полезна всем владельцам ноутбуков, ну и, собственно, мне тоже, потому что у меня на ноутбуке всего три USB порта, два из них USB 3.0, один USB 2.0, и они у меня все как бы на вес золота. И сейчас я использую такой же USB адаптер, и он у меня занимает один из портов USB 3.0. Вот, и я хотел бы как-то это дело исправить. Соответственно, тут я не только освобождаю USB порт, а также еще получу два дополнительных, даже три получаю. И также у нас есть LAN разъем для подключения сетевого кабеля, ну собственно как бы в режим сетевой USB карты. То есть, ну как бы вещь, на мой взгляд, очень полезная. Моделька HR01U3. Существуют разные, в принципе, модели, подобные этой, но я остановился на этой, как на самой, ну не самой дешевой, но самой доступной, скажем так, и с поддержкой гигабитного Ethernet. То есть у нас здесь аж гигабит поддерживает, ну и, соответственно, USB 3.0. Вот это все, что мне было нужно. В коробочке у нас есть макулатурка, как всегда, спасибо, что выбрали Орика. И также вот такая маленькая инструкция, ну она у нас... видите, здесь на китайском и английском языке. Ну, собственно, там особо ничего интересного нет. Ну, и, конечно же, в коробке лежит герой нашего обзора. Вот он, собственно, такой вот адаптер. Стандартный USB 3.0, стандартный Ethernet-овский разъем и три USB-шки. Еще они у нас, кстати, с диодиками. Вот. Ну, и сейчас мы будем... проводить эксперимент по первоначальному подключению данного адаптера. И, собственно, это действительно будет первоначальное подключение, потому что я его еще до этого не подключал. Ну вот, как видите, у меня сейчас подключен вот такой вот адаптер. Он у меня в комплекте с ноутбуком шел. И сейчас мы его вытащим, отключим. Так, и теперь... подключим наша Орика, потому что даже не знаю, как назвать его. Ну, буду называть адаптером, наверное, потому что это все-таки адаптер. Так, пошла какая-то установка оборудования. Ну и, собственно, оно уже закончилось. Собственно, закончилось, и, наверное, стоит воткнуть туда Ethernet-овский кабель. Посмотреть, что будет. Ну, кстати, лампочки мигают. И интернет, как я понимаю, есть. Сейчас мы страничку обновим. Ну, собственно, страничка обновилась, интернет есть. Ну, все, уже работает. Это замечательно. Ну и давайте как-то проверим еще функцию USB. Ну, собственно, я сейчас возьму адаптер своей мышки беспроводной и его туда засуну. Есть. Ну, звук был. И проверим, работает ли моя мышка. Ну, собственно, вот моя мышка, как видите, ползает по экрану и работает. То есть подключение все заняло меньше минуты, и оно просто буквально мгновенно все начинает работать. Из коробки достал, воткнул и пользуйся. Этим и хороша продукция Орика. Даже ни с какими дровами не пришлось вообще возиться. Ну давайте еще раз его уже вытащу. Вот. Ну, а теперь скажу заключение. Адаптер хороший, адаптер стоит недорого и реально спасает владельцев ноутбука вроде меня. Теперь у меня будет дополнительно аж 3 USB порта плюс гигабитный интернет. Почему бы и нет? Рекомендую. На сим все, спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.